Еще 4 веселые минутки. Даю, почему я всем забываю, что нога F5? Ну, бей на G6. Оу. Привет, это называется. Можно сдаться. Чем без ферзя будет биться? Почему сдаться? Зачем ты ферзя отдал? Не понимаю. Там же все нормально еще было. На G6 не держалось чуть-чуть. Что там держалось? Нет полей вторжения. Обидно. Сейчас куда-нибудь под жертву. Не берет, смотри, как тонко. Китаец, как все ходят вокруг этого коня. Так, стоп, это мат, что ли? Это мат? Да. Сильно. Неплохой мат, кстати. Новинка. Вообще в новизну. Нет, тут такая ужасная позиция, думаю, неспроста так никто не играет. Вон, хотя после H3 уже не так плохо. Почему здесь сначала провел? Трудно сказать. Ты можешь объяснить ход его мыслей? Нет, он, видишь, он хочет блокаду поставить. Все старенькие мастера любят вот такую блокаду, я уж заметил. Зачем? Ну, с ней удобно играть. Думать не надо. Знаешь что, мне кажется, вот его жена пилит сутками и ночью, она уже спит наконец-то, он думает, все, пойду молодых на планетку возить, пульку. Не смешно, конечно, но... Ну, правда, скорее всего. Да. Все, сейчас отвожу. Можно так быстро двигать мышкой в таком возрасте. Ему сколько получается? 47 плюс 15. Что, это не так много? Когда он, понимаешь, он эту мышку не так давно увидел. А мы видим мышку всю жизнь. Как он вообще к ней привык? Какая глубокая мысль. Тебе вообще не стыдно жаловаться на дедулю? Еще завтра в универ приди и расскажи. Меня дед возил всю ночь. В шахматы. Сейчас смеюсь и роняю флаг из-за этого. Ой, обидно сейчас будет мне. Вот. Пять ноль не вышло. Вот смотри, я заканчиваю, когда первый раз выдам серию из 5. Нет, нет, я снимаю еще 6 минут и иду спать. Не, давай ты снимаешь последние 5 партий вне зависимости от результата. Договорились. Это 10 минут. Да. Не, ну дедуля хорош. Респект прям. Я горжусь, что живу в одной стране с ним. Я надеюсь. Ты вряд ли живешь не в одной стране. Почему? Потому что он Вальдемар Свик. Ну, может быть, он какой-нибудь переселенец. Так. Чё у нас тут по позиции? Тухленько. А мы хотели тактику порешать час назад. Затянуло на 20 партий. Ферзь залез так. Как он тут пробить? Мы не поймем. H5. Ну, все правильно. Да, только ничего нет. Ничья. А, он не идет, тогда нормально.
Все, мат неизбежный. Угу. Или король e8. А, да, побежал. Ну все, сорвал мат. Еще 4. Надо было на e8 бежать. И через d8 спасаться. А, все равно то же самое, да? Понял. Еще 4. Это будет все в одном ролике. Будет ролик чуть подлиннее. Это будет ролик, знаешь, сколько? 13 минут. Отлично. А сколько сейчас времени, поинтересуюсь на секундочку. 2:30, да? Стойно вообще. Конь d4 полетел. Почему не конь d4? Ударище. Ну, тактику-то поинтереснее видишь. Мат в один ход, да? Угроза. Такого не было. Он уже видит. Значит, ладья сейчас отдаст. Нет, он не видит. Ну, ролик будет покороче. Это радует. 2. Это 2 сыграно, да? Ну, вообще записывается вообще, мне интересно. Да, записывается. Будет латышский-то, нет? Зачем он был? Надо зрителей веселить. Блин, зачем он же 2 сыграл? Ладно, не важно. H5. Здорово. Это подсчитывалось, конечно. Когда что ж ты так сильно за него болеешь? Даже как-то неприлично. С энтузиазмом? Нет, я реально за тебя болею, а не за него. Но я просто сейчас, ну, прочувствовал. Ну просто за него. Прочувствовал. Ну ты понял, да, чего? Да. Всю прелесть. Брат по крови. Да, вот этого маневра слон h3 h5. Ну сдавайся. Ну нет. Ну возьми ты на e6. Че он какой упертый, а? Ну никто же не будет талади менять. Все, отобрал. Слон h6, кстати, был ход. Кто у тебя там, стритрейсеры? Да. Как ты это все слышишь? Люди форсаж пересмотрели, я не понимаю. Пошли пешки. Все, понеслась. Патрулю. А вторую? Тут еще не все потеряно, я тебе могу сказать. Нет. Думаешь, все? Да. Лесенкой добрался. До дедули. Где пад? Я хотел пад. 3, да. И последние 2. Да я латышский же, господи, а чё ж ты делаешь? Ты отдал на c7. Ты на шутабе. Как тебе играть без пешки? Отличная компенсация для пульки. Ну, он сильный ход сделал, ну ладно. Конь сейчас придет куда-нибудь туда. Тишину, я думаю, всем вообще интересно слушать. Угу. Зачем ты все поменял? Я переоценил эту штуку, на самом деле, ничего не... Ну, что-нибудь придумаю. Да как тут? 4 секунды лишнего времени, вот единственный шанс. По-моему. Ну под e5 же было, нет? А.
Ты ждал Е5? Угу. Заставил это работать? Ешь ладью. Надо Ну было да. коня сначала бы. Зачем? Какая разница? Меньше фигур. Это вообще не имеет никакого значения в этой позиции. Нет, имеет. Это Вообще. пулевая техника. Очень важно ее владеть. Вот сейчас это точно никакого значения не имеет. Защитил слона. Четыре. Да, и последняя. А ролик у нас как раз, как и обещалось, на 13 минут. Опять у нас полкомплекта уже поменялось. Почему вы играете одни и те же варианты? Ну нельзя что-нибудь разное сыграть. Как команда? Как одни и те же, все время разные. Ну вы одно и то же играете. А тебе все одно и то же, кроме латышского. Вот латышский у тебя очень разнообразен. Да. Ты прав. Хоть в чем-то. Вот еще ферзи поменялись. То есть вот именно так нужно ролик заканчивать, по-твоему, да? Скучнейшей партии, где к 15-му ходу нет фигур просто на доске. Да. Бум, ты Именно гений. так. Гений. Зачем ход G5? Ой, я сейчас посмотрю, как C4 будет сдаться. Чё? Чуть-чуть. Камбэк? Надо камбэк. Почему он не дал слона коня выбить? Конь типа вообще опасен. Ну, у него простая игра. Вот он сейчас будет там стоять до талого. Даже то, что он без качества, это ни о чем не говорит, по-моему, нет? Не знаю. Мат. Нет? Можно взять вроде. Идти. А, здорово. Вот так вот заканчивается у нас. Ну вот, а ты не верил. Ну, Как ты мог не верить в меня, Херри? 18,5. Ты, своего многолетнего напарника. Еще я 5-0 не обыграю какого-то денежку. Какого-то дедушка. Ладно, всем спасибо за внимание.